Дорогие друзья, каждый день мы посвящаем вас в события из жизни знаменитых людей. Мы публикуем разные новости о взлетах и падениях, переживаниях и важных событиях людей, которые посвятили свою жизнь культурному развитию нашей с вами страны. Это нелегко, но стоит признать, что в этом году нас покинули много легендарных личностей. Особенно тяжелыми выдались последние месяцы уходящего года. Мы благодарны каждому из вас за слова поддержки и соболезнования. И вновь мы вынуждены вам сообщить печальную новость. В возрасте 45 лет скончался известный российский стилист Роман Смирнов. Он скончался в подъезде своей подруги, который пришел в гости. Женщина рассказала РЕН-ТВ, что они вышли покурить в подъезд. В этот момент он пожаловался ей на неразделенную любовь. После перекура она вернулась домой, а Смирнов остался в подъезде. Из-за того, что он длительное время не возвращался, женщина решила проверить, все ли в порядке. Однако обнаружила его тело под окнами дома. Смирнов известен своими работами над образами артистки Ольги Бузовой, певицы Анастасии Стоцкой, телеведущей Анфисы Чеховой и других звезд российского шоу-бизнеса.